Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Новорічні свята – це не тільки веселощі, радощі та подарунки. Це ще й зайві кілограми після новорічного святкового столу. Як впоратися з цими зайвими кілограмами, як їх швидко позбутися, сьогодні будемо розбиратися разом з нашою спікеркою. Я рада вітати у нашому прес-центрі фітнес-тренерка Люсієна Подик. Люсієно, я вас вітаю. Ну, як я вже зазначила, дійсно новорічний стіл – це така катастрофа і для чоловіків. Чоловіків і для жінок, тому що після смачного застілля наступають часи, коли ми боремося з зайвою вагою. Скажіть, будь ласка, які от поради ви б могли дати нашим глядачам, які зараз нас дивляться, аби цих зайвих кілограмів швиденько позбутися? Добрий день! Во-первых, не надо паниковать. Ничего страшного, даже если вы набрали там лишних пару килограммов за новогодние праздники. Главное поддерживать себя в форме регулярно весь год, и вы очень быстро от них избавитесь, потому что организм будет у вас подготовлен к тому, что будет нагрузка физическая. Возвращаться к обычному образу жизни, который вы вели до этого, то есть правильное питание, опять спорт включаем в нашу жизнь, и все очень быстро вернется, недели-две, и вы опять будете в той же форме, что и были. Поэтому главное не паниковать, не говорить «все пропало», все будет так же, как и было. Плюс 2 килограмма – это не так страшно, организм может от них легко избавиться, если опять вернуться в прежнюю форму жизни, которая была у вас. Ну, дійсно, багато людей починають панікувати якимось такими нестандартними методами позбуватися цих зайвих кіло, тобто не ходити, не повернутися до свого звичного режиму, там ходити в зал, правильно харчуватися, а починають вигадувати якісь такі радикальні заходи. Таблетки якісь. Ну да, так, що от, які помилки найчастіше роблять? Я вважаю, що це не потрібно абсолютно, абсолютно не потрібно. Можете навредити своєму здоров'ю, якщо тим більше самолеченням займатися без рекомендації врача, то краще цього не робити. Краще просто вернуться к нормальному питанию, которое у вас было до этого, без ночных, так сказать, зажоров, без салатиков, оливье и все такое. И опять вернуться к спорту, если вы занимались до этого 2 раза в неделю или 3 раза в неделю, опять возвращаетесь. Не надо сходить с ума и сразу на 5 тренировок в день идти. Постепенно все вернется. Не за один день, конечно. Ну, вы и не за один день их наедите даже. Это обычно происходит за несколько дней, потому что праздники растягиваются, гости один, гости два и так далее. Поэтому вы за несколько дней их наели, вы за несколько дней от них избавитесь. Поэтому главное не паниковать, все возможно. Главное, есть цель вернуться в прежнюю форму, вы вернетесь. Опять спорт и правильное питание. Все. Якщо до цього, до свят, людина не ходила до залу, людина правильно не харчувалася, тобто вела такий, ну, скажімо, звичний образ життя, як ведеє більшість наших, я думаю, містян, як от у цьому випадку діяти, якщо людина була взагалі не підготовлена, якщо вона не відвідувала ніколи спортзалу, що їй робити? Ну, пора би почати. Як раз хороший повод після новогодніх праздників, якщо вам не устраивається состояние вашого тіла. Welcome, как говорится, милости просим, пожалуйста, вы можете присоединиться к нашей дружной команде спортивных, активных людей. Можно всегда выбрать клуб, который находится недалеко от вас, проконсультироваться, вам помогут подобрать тренера, который вам подойдет, и, пожалуйста, начинайте меняться, меняться в лучшую жизнь, идти на путь здорового образа жизни. От ми знаємо, що коли людина відвідує зал або займається вдома, є кардіо навантаження, є силові навантаження. Як краще, які краще допомагають позбуватися? Ну, це індивідуально, треба дивитися по чоловіку, які бувають противопоказання кардіо. Дуже часто проблеми з венами, проблеми з серцем у людей, то силові тренування, вони також добре відбавляють від веса лишнього. Не тільки кардіо вам допоможе, в силових тренуваннях дуже добре худіють. Я взагалі сторонник більше силових, особливо з возрастом. Люди, яким за 40, ну, їм тяжело прыгати і скакати цілий час. Поэтому силовые тренировки. Ну, опять-таки, что вам больше нравится? Если вы сторонник кардио, вы любите танцы, вы любите прыжки и так далее, вы можете идти на групповые тренировки, где будете прыгать. И сейчас есть и канго-джамп, сейчас есть и степы те же самые и так далее. Любая физическая нагрузка поможет вам избавиться от лишних килограммов. Нет такого, что вот только степ аэробика и все. Любые физические нагрузки вы теряете калории. Даже если вы будете бегать, даже если вы будете просто много ходить, вы будете терять калории. Любой физический, танцы прекрасно на них худеют. Что вам нравится? Я всегда своим клиентам говорю, выбирайте, что вам по душе, что вам больше нравится. Вы тогда будете кайфовать от процесса и будете легко терять и килограммы, и приобретать красивое тело, мышечную массу и так далее. У кого какие цели?
Якщо у когось немає можливості відвідувати спортзал, чи можна займатися вдома, які ви б могли дати поради тим, хто займається вдома саме? Конечно, можна займатися вдома, якщо немає можливості. Є багато роликів на Ютубі, в Інстаграмі і так далі. Багато тренерів викладають свої тренування. Можете займатися онлайн, є тренера, які ведуть марафони. Зараз дуже багато тренерів, практично всі ведуть онлайн-марафони. Ви можете присоединиться і, пожалуйста. Ну, я рекомендую все-таки ходити в зал, бути під контролем тренера. Ну, это более правильно, это быстрее будет у вас результат, потому что онлайн вы можете, ну, не совсем верно выполнять упражнения, соответственно, может быть, вы можете и навредить себе. Такое. Бывают разные случаи. Поэтому я сторонник того, что все-таки заниматься с тренером и заниматься подконтрольно. Под контролем специалистов. Онлайн вас не смогут проконтролировать. Но, в принципе, как бы это возможно. Вы можете сами смотреть ролики и заниматься дома. Есть стандартные упражнения, самые базовые, самые основные, которые вам помогут быстро избавиться от лишних килограммов и привести себя в форму. Є от така думка, що там 70% вирішує саме харчування і тільки 30% тренування. Це справді так працює? Так, це правда, звісно. Якщо ви не будете правильно питатися, будете тільки займатися, результату не буде. Це все одно, що накачувати дырявую резину. Ви прилагаєте багато зусиль і все уходить в нікуди, тому що питання – це дуже важливо. Нужно відмовитися від фастфуду, від вредної їди, більше їсти білка, углеводи повинні бути не швидкі, а медленні. Естественно, то есть без сладкого, без мучного, жизнь и так прекрасна. Можно заменить сладости сухофруктами, просто фруктами. Багато хто вирішує от перейти на розвантажувальні дні, коли там дуже довгий час сидять на одному кефірі. А чому саме? Да. После навантажуваних днів, скажем так, не стоит сразу делать розвантажувальні. Потому что вы ели все эти праздничные дни, вы ели очень много. Для организма будет слишком большой стресс, если вы сразу включите голодовку на следующий день. Лучше все делать постепенно. Постепенно просто уменьшать порции, постепенно уменьшать калории, меньше есть вредной пищи, которую вы ели, скорее всего, на праздничные дни, потому что столы обычно ломятся от копчености и так далее, солености. То есть просто возвращаться постепенно в обычный образ жизни. И может быть, если вы хотите через неделю, через две, вы можете сделать разгрузочный день, там посидеть на кефирчике, допустим, или на творожке, кто какой предпочитает, можно, но не резко, не сразу после праздников, когда вы много ели, организм просто будет у вас в шоке, в стрессе, он не отдаст лишние килограммы, пользы не будет, вы только навредите своему желудку. Поэтому лучше постепенно. Все лучше делать постепенно. А як взагалі, скільки взагалі можна от сидіти на розвантажувальних днях? Тобто це може раз бути раз в неділю можна делать. А на протягом на довгого періоду жизни, часу? Пожалуйста. Я маю на увазі, от протягом довгого періоду часу, наприклад, тиждень пити тільки один кефір. Це шкодить нашому Конечно, здоров'ю? Звісно, цілу неділю пити тільки один кефір. Вы долго не протянете. Во-первых, потом у вас включится замещение, вы потом целую неделю будете есть, естественно. Не будет пользы, это будет только вред для организма. Нет. Лучше раз в неделю. Один день вы можете выделить, ну, допустим, среда, скажем так, когда вы сидите на кефирчике, потом остальные дни вы нормально питаетесь. Это не так тяжело для организма и будет больше пользы. Организм очистится. Целую неделю это, ну, если уже есть какие-то особые рекомендации, тогда лучше под контролем врача, конечно, делать. Бывают ситуации, когда рекомендовано лечебное голодание, но это должны специалисты, и нужно наблюдать за человеком, потому что ацетон повышается и так далее, вы можете очень навредить себе. Поэтому все, сначала интересуемся, сначала читаем, консультируемся, а потом делаем. Ну, раз в неделю это не проблема, это может любой человек. Не будет никакого вреда, будет польза. А уже больше это уже по рекомендациям врачей. А яке ваше професійне ставлення до монодієт? От є таке Я взагалі не сторонник дієт любих. Я сторонник просто правильного питання. Любі дієти потім повертаються кілограмами. Будь то моно, будь то білкова дієта і так далі. Ви обмежуєте себе жорстко, потім організм буде все возміщати. Ви знову наїдите ці кілограми. Тому краще, я вважаю, що потрібно дозволяти собі все. Просто розуміти, коли і скільки. То есть можно есть сладкое, можно есть жирное, просто это не должно быть ежедневно в больших количествах. Вы можете съесть небольшой кусочек тортика, ну, допустим, в первой половине дня. Это не принесет вам большого вреда. Но если это вы будете делать раз в неделю или два раза в неделю, но не ежедневно и не по килограмму киевского торта. Поэтому понимать, что вы едите и когда. А так есть можно абсолютно все. Вам легче будет и психологически, и в принципе в компаниях и так далее. Я не сторонник любых диет.
какие бы они ни были, потому что все потом возвращается. Долго на диете нельзя сидеть, это временно все равно. А правильное питание – это на всю жизнь, это просто образ жизни должен быть. Больше овощей, больше мяса, белок, углеводы, жиры тоже необходимы, но правильные жиры, пусть это будет омега-3, омега-6 кислоты и так далее. Я сторонник, наоборот, правильного питания, а не диет, ограничений. А чи є якась чітко визначена норма калорій, яку можна вживати? Ну, це ж індивідуально, під кожного чоловіка, це залежить від віку, залежить від росту, від веса, від пола, від образу життя, який веде, наскільки він фізично активен в течение роботи різний, хтось лопатою махає цілий день, йому потрібно більше калорій, хтось сидить за столом цілий день, йому потрібно менше. От гормонального фона у женщин. Но это все очень индивидуально. В идеале нужно обратиться к врачам, к диетологам, сдать все анализы и уже по результатам подбирать необходимое питание, то есть норму калорий в день для набора мышечной массы, либо для похудения. Цели тоже у каждого свои. Не все хотят худеть, некоторые хотят, наоборот, набрать, поэтому им больше рекомендуется. Поэтому все очень индивидуально, нету одной цифры, которая подойдет каждому человеку. Но для вас это будет одна, для молодого человека будет другая абсолютно. Для мене буде третє, від моєго образу життя, від моєго віку, все залежить. Ну, тобто для ефективного саме, скажімо так, ісходу, нам потрібно все ж таки звернутися до лікаря, дієтолога, фітнес-тренера. Да, самостійно, якось інтуїтивно це не пора. Ні, краще, звісно, обратитися к спеціалістам, ну, или надо очень интересоваться своим здоровьем и много читать об этом, заниматься этим очень интенсивно, то есть самому изучать все вопросы, ходить сдавать анализы. Ну, это не все, но у всех на это есть время. Лучше обратиться к специалистам, людям специально обученным для этого, которые сразу прорекомендуют. Вы сэкономите много времени, ну, а результат будет. Окрім цього, от існує дуже багато додаткових для смартфонів додатків. Да, можна закачати, так, да. А які б ви, можливо, можете? Ну, можна пити водичку. Є вот додаток, який напоминає о том, що нужно пить воду. Это уже, по-моему, знают все, что человеку нужно пить много воды, что 30 мл на килограмм массы тела. Каждый опять-таки имеет индивидуальную норму, кому-то 1,5 литра в день, кому-то 3 литра в день, в зависимости от его массы. То есть есть такой додаток, который будет напоминать там каждый час журчать водичкой, вы будете вспоминать, надо выпить стаканчик воды. Просто многие забывают об этом в течение дня, вспоминают вечером, ой, я же не пил воду целый день, и на ночь напиваются, а потом утром отекают. Лучше пить в течение дня по чуть-чуть, тогда будете хорошо чистить свою лимфу, и не будет отеков, а будет польза от этого. Вот такой додаток есть. Ну, много додаток, которые тоже напоминают о том, что вы давно сидите, вам пора встать, походить, тоже полезно встать, хотя бы сделать зарядку на рабочем месте, можно размяться хотя бы. Чуть-чуть походить вокруг стола і опять сесть. Тоже полезно. Ми от не знаємо, в такому зараз знаходимося стані, коли невідомо, чи будуть працювати фітнес-клуби, чи не будуть у зв'язку з локдауном, як взагалі це працюватиме. Знову ж таки, повертаючись до домашніх тренувань, у нас не у всіх буде можливість, я думаю, виходити, займатися на вулицю, так як невідомо, яка буде погода. От що б ви порадили, як може займатися, там, бігати, не бігати, що вдома саме робити, щоб от це було і ефективно, и не для и на користь здоровью. Ну, если человек до этого занимался в зале, то я думаю, он уже понимает принцип тренировок и понимает технику тренировок, поэтому он в принципе может заниматься самостоятельно дома, уже имея какой-то багаж знаний и опыт небольшой даже. Он уже может заниматься опять-таки марафоны, онлайн-тренировки, ну больше ничего не остается. К сожалению, если не будут работать спортивные клубы, ну что же делать? И на улице будет погода нелетная, так сказать, только остается заниматься дома. Ну, больше нет вариантов. Но это временно, это же все временно. Потом вы опять вернетесь и опять все продолжите. Все клубы замораживают абонементы, так что не стоит терпеть и не покупать. Я думаю, стоит продолжать также вести образ жизни, который вы вели. Если вдруг случится такое, что закроют спортклубы, значит, на время, на неделю, на две, на три вы позанимаетесь дома, потом опять вернетесь в зал. Это будет лучше, чем если вы 3 недели просто будете лежать на диване и есть плюшки. Давайте так підсумовуючи, які ми можемо виділити там топ-5, топ-3 поради, які ми можемо дати нашим глядачам, які після свят новорічних сидять вдома і жаліються на зайву вагу, яку вони набрали під час цих свят. Ну, во-первых, не надо жалітися, не надо
портить себе настроение, новогодние праздники, на то и праздники. Поэтому даже если вы немножко позволили себе лишнее, ну, это жизнь, ничего страшного. Начнутся будни, вы опять вернетесь в обычный образ жизни, поэтому просто продолжать делать то, что вы делали до этого, не останавливаться, а также продолжать работать над собой, следить за своим питанием, заниматься спортом, который вам нравится, который вам приносит удовольствие, и радоваться жизни, потому что негативные эмоции не уберут у вас лишние килограммы, наоборот, будет стресс, и вы будете больше заедать его. Поэтому лучше радоваться жизни, получили удовольствие на празднике, продолжаем дальше тренироваться, правильно питаться и также радоваться жизни. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сподіваюся, що дійсно глядачі наші почули усю інформацію, вона була для них корисна, і вони, як ми вже сказали, не будуть жалітися, не будуть панікувати та непокоїтися, а навпаки візьмуть себе в руки і будуть над собою працювати. Тож, якщо за новорічні свята ви побачили на вагах зайві 2-3, а можливо навіть і 10 кілограмів, це не страшно, тому що все можна виправити і виправити дуже швидко та легко. Головне, правильний підхід, не бійтеся звернутися до професіоналів, фітнес-тренерів, лікарів, дієтологів. Ну, а допомагала нам відповісти на всі наші запитання сьогоднішня наша гостя. Ще раз вдячна, фітнес-тренерка Люсьєна Подать. Дякую. А з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!